Лионель Месси, Жерар Пике и другие имена известных футболистов звучали в актовом зале Одинцовской школы номер 17. На встречу со школьниками приехали представители Академии футбольного клуба «Барселона» в Москве. Технический директор Фран Пуйоль рассказал ребятам о своем спортивном пути и раскрыл секрет успешной футбольной команды. Главный секрет, конечно, не забывать, что футбол прежде всего это командная игра. Уважать свою команду. И, конечно, золотое правило – это тренируйтесь так много, как вы можете. Школьники смогли задать свои вопросы гостю. В основном их интересовал сам спортсмен. Он играет в футбол с 4 лет, 12 из них профессионально. Известные футболисты и история клуба «Барселона», который существует с 1899 года. Ребята хотели узнать и то, куда в Испании лучше поехать отдыхать. Фран рекомендовал местность, где живет сам – Коста-Браво в провинции Жирона. Представители общественной палаты Одинцовского округа также смогли задать вопросы футболисту. Спрашивали, почему он выбрал Россию. В России очень любят футбол, очень много талантливых игроков. Россия участвует в мировых чемпионатах и турнирах, значимых и важных. И действительно есть большой интерес в нахождении талантливых деток и помощи им в устройстве их футбольной карьеры. В зале собрались мальчишки, в основном те, кто занимается или увлекается футболом. Среди них и 15-летний Николай. Он играет с 4 лет, сейчас центральный полузащитник в молодежной команде «Динамо Москва». В будущем хочет стать профессиональным футболистом. Встречей доволен. Впечатления хорошие, много информации новой получили. Хороший человек, пообщались, узнали нового о футболе, как чего добиться. После ответов на вопросы Фран Пуйоль подарил школе мяч футбольного клуба «Барселона» со своим автографом и вручил его директору школы Светлане Просниковой. Подарок, конечно, подписанный, да, с автографом. Конечно, он будет реликвией в нашей школе. Ну и, конечно же, мы будем ребят всегда премировать, наверное, игрой с этим мячом. А в завершении встречи автограф-сессия, селфи и профессиональная фото на память. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».